Доброе утро, лето, жара, готовим лимонад. Пропорции у каждого свои. Ну, в основном это делаем так. Цедра. Я взяла 5 маленьких лимонов из стафеля и 2 апельсина. И потом еще добавлю имбирь. Ну что, начинаем тереть. Цедру 5 лимонов на терке. И точно так же цедру апельсинов 2 по 3 сюда же. Ну вот так вот. Добавлю сюда 2 литра воды. Я делаю без сахара. Если вам не сладко, добавьте сахара по вкусу. Теперь буду жать лимоны и апельсины. Надо выдавить сюда же сок 2 апельсинов и 5 маленьких лимонов. Отжали и выливаем его тоже в кастрюльку. Гляньте, сколько много получилось. Опа. Так, ну что, достали лимонад. Прошло 2 часа с половинкой. Сейчас его наливаем в графину или в кувшин и добавляем лед. Графин полный, кувшин. Но осталось еще. Итак, сейчас будет дегустация. Вот еще на 2 бокала есть. Получается много. Бросаем кусочек, кубик льда. Можно 2. Можно еще листик мятки бросить. И пробуем. Летом самое то. Попробуйте, сделайте. Очень вкусно, освежающе. Подписывайтесь на мой канал. Чус!